Сейчас рубрика для тех, кто знает, что времени для чтения много не бывает. Февраль. Достать чернил и плакать, списаться в феврале навзрыд. Известные строки Бориса Пастернака, которому на этой неделе исполнилось бы 129 лет. А какие книги в преддверии весны радуют вас? Маргарет Митчелл, «Унесенные ветром». Андрей Платонов. Это такой русский советский писатель. «Чевенгур» называется его самое известное произведение. Роман «Чевенгур» называется. Писалось это 20-30-е годы. Ну, то есть, таки разгар коллективизации, становления советского строя. Она входит в тройку, даже в пятерку самых известных романов 20 века. «Стоит одиночество» Маркес, «Улисс» идет туда Джойса, «Мастер и Маргарита» Булгаков и «Чевенгур» Андрей Платонов. То есть считается как книжка универсум, то есть книга обо всем сразу. «Джордж Сан» называется «Герцогиня Гудрештана» или «Консуэла». «Быть знаменитым некрасиво». Эти строчки Пастернак написал за 2 года до присуждения ему Нобелевской премии, от которой он был вынужден отказаться из-за травли по поводу романа «Доктор Живаго». Хотя премия вручалась Пастернаку не только за роман, но и за достижения в современной лирической поэзии. Теперь фраза «Пастернака не читал, но осуждаю» больше не актуальна. А что читает заведующий кафедрой истории и теории литературы Бахтияр Кайчуев? Мы иногда говорим о литературе, советуем какие-то книги, которые далеко достаточно от нас, да, и забывая о том, что литература есть у нас и творится у нас. Из писателей, интересных писателей, кстати говоря, тоже получивших русскую премию буквально недавно, это Владимир Лицкий. Михайлов Лицкий – это наш писатель, кыргызстанский писатель. Он публикуется в Америке, он публикуется в России очень широко. И вот он получил русскую премию за роман, который называется «Сказки нашей крови». Это очень хороший текст, это произведение постмодернизма, новая концепция. Ну, новая, он опирается, конечно, на Марселя Пруста, но тем не менее это, собственно, концепция времени и истории, написана достаточно хорошо. Мы выбрали топ-3 произведений, которые были объявлены вне закона, но в итоге стали классикой. Боккаччо, Декамерон. Кто бы мог подумать, что это произведение в 1559 году было запрещено. Второе место. Курт Вонегут, «Бойня номер 5» или «Крестовый поход детей». История о боли и страдании, которые приносят как победившей стороне, так и проигравшей. И первое место. Роман Бориса Леонидовича Пастернака «Доктор Живаго». Увы, но произведение, которое писалось на протяжении 10 лет, было издано в Италии, потому что все советские журналы отказали Пастернаку в публикации. И у меня на этом все. И помните, что читать – это вырабатывать вкус, познавая прекрасное.